С начала года стерто более 90 граффити, рекламирующих наркотики. Для этого было задействовано более 300 волонтеров. Такие граффити были выявлены в 5, 7 и 10 микрорайонах. Совместно с волонтерами представители прокуратуры проводят работу по предупреждению. Многие не знают, что подобные надписи, нанесенные на стенах многоэтажных жилых домов, являются рекламой наркотических веществ. Волонтеры, которые подробно объяснили жителям, что означают такие надписи, отметили, что граффити нужно убирать для предотвращения незаконного оборота наркотиков. Жители просят не быть равнодушными к таким работам. Следует отметить, что целью таких мероприятий является недопущение распространения наркотиков. Нами проводится работа по устранению граффити с рекламой наркотических веществ в микрорайонах города. Хочу отметить, что эти работы проводятся совместно с городской прокуратурой. Планируем и дальше проводить данные мероприятия.